17 сентября 2021 года всем многодетным семьям, которые стоят на учете в управлениях социальной защиты населения, то есть кто, в принципе, уже имеет этот статус многодетной семьи, разосланы в личные кабинеты через региональный портал государственных услуг, разосланы электронные удостоверения многодетной семьи. В этом удостоверении присутствует QR-код. И в этом QR-коде есть вся необходимая информация для многодетной семьи. Электронное удостоверение вы можете, многодетные семьи могут найти в личном кабинете во вкладке «Уведомления». Вот если вкладочку эту нажать, то вот появится вот это электронное удостоверение с QR-кодом. Этот QR-код можно скачать к себе в смартфон и уже не бояться то, что может потеряться удостоверение бумажного виде. Но удостоверение в бумажном виде, если оно у семьи имеется, а они должны быть у всех многодетных семей, которым был присвоен ранее льготный статус, который у нас получали те или иные виды пособий, это удостоверение сохраняется, оно действительно. Но оно теперь не обязательно для предъявления в те или иные службы, чтобы предоставлялись меры социальной поддержки. Поэтому можно, это очень удобно для вообще многодетной семьи теперь иметь вот этот QR-код. То есть вот он в телефоне есть, и все меры социальной поддержки, все льготы по этому QR-коду должны быть многодетной семье предоставлены. У нас уже поступает много вопросов, всем ли родителям будут такие удостоверения в электронном виде присланы в личный кабинет через портал. Кто у нас был заявителем, вот кто обращался, мама или папа, кто непосредственно к нам обращался через региональный портал госуслуг, вот именно этому родителю и придет в его личный кабинет это удостоверение. Это удостоверение одно, оно выдается на всю семью. Ну, не выдается, а оно оформляется на всю семью. То есть это удостоверение многодетной семьи. Только теперь в электронном виде. Поэтому я думаю, что это будет очень удобно и комфортно для всех наших многодетных семей. Еще хочу сказать, тоже такая приятная информация для многодетных семей, что с 17 сентября уже те семьи, которые будут обращаться в РПГУ для того, чтобы был признан статус многодетной семьи, уже не надо будет проходить сверку оригиналов документов в МФЦ. То есть это будет делаться вот в таком более облегченном режиме. Поэтому я думаю, что эта новость будет приятна для наших многодетных семей. За всеми вопросами, за консультацией, пожалуйста, если что-то будет непонятно, будут какие-то возникать вопросы в процессе вот уже, вот этой практики, пожалуйста, можете обратиться к нам в Раменское управление социальной защиты населения на телефон горячей линии, мы все объясним. Я думаю, что еще будут вопросы, еще мы с вами встретимся и еще дополнительно расскажем какие-то новшества, если возникнут такая необходимость.